Человек в своем земном существовании летать не мог никогда. Если это были полеты, то либо со скалы, либо с крепостной стены. С пронзительным криком и воем в конце. А управляемые полеты — это вообще удел 0,01% населения. И на этих счастливчиков мы налюбовались на чемпионате России по мотокроссу. Кто они такие? И как долго можно наслаждаться благодатью полета? Лет 60, если начинать с 5. Скажете, невозможно, и будете неправы. Вот они, убеленные сединами ветераны в строю. А вот на трассе. Красиво. Не то слово. А мы, как представители власти, которые нифига не платят, решили себя посвятить службе народу. И продемонстрировать, что мы можем не только заниматься художественным свистом, а можем сделать зарисовку с умыслом, полетом, возрастом и покорным.